Всем привет! Мы с очередного мероприятия двигаемся в сторону Покровска. Сейчас мы проходим легендарное место, это железнодорожный вокзал города Саратова. Он сразу погружает нас в ностальгию. Ностальгию 70-х, я не боюсь этого слова. Да. Но это не самое главное. Впереди планета всей. Наш Саратов. Молодой. Молодой. А сегодня было прекрасное. На четвертом пути производится посадка на поезд 137 скорый Саратов-Москва. На четвертом пути... Это не нам. Саратов-Москва, почему не нам? Саратов... А, кстати, знак. Почему? Саратов-Москва как раз нам. Саратов-Москва. Да, на каком мы сегодня... На каком сегодня мероприятии мы были? Сегодня мы провели широкую масленицу в детском садике Садко. Второй день подряд, да? Второй день подряд, да. Завтра у нас третий день широкой масленицы мы отмечаем. Мы едем в 47-ю школу. Вот, потом у нас еще две масленицы. Одна городская масленица в Энгельсе, в Покровске. Вот, и еще поедем мы за город в сторону Аткарска, 150 километров от рядышком города, да, от нашего родного города. 150 километров в одну сторону. Поедем там праздновать вместе с нашими гражданами. Ура! Вот какие в Саратове девушки красивые. И молчаливые. Много девушек, да. Хороших. Да. Как много ласковых. Всеволод Васильевич, я хотел бы заметить, что это не самый лучший выбор девушек Саратова. Ну это... Вы... Не подставляй себя под удар. Вы иногда замечаете неправильные вещи, сударь? Девушки явно прекрасные. Да. Ну а что, ну, это знаменитый на весь мир китайский квартал, саратовский. Бон вояг, чемодан и дилижанс. О, птицы.